Добрый день, друзья. Меня зовут Владимир Милов. Я всю жизнь занимаюсь энергетической политикой в России. Занимался этим в правительстве, но уже, я думаю, многие из вас знают, что давно критикую то, что наши власти делают. Я давно хотел где-то публично выступить с такой большой презентацией по углю и что происходит с угольной отраслью в мире и что ждет в этом плане Россию. Поскольку мы обсуждали со штабом Навального некоторое время уже приезд Кемерово, но я просто посчитал, что нет лучшего места, чтобы обсудить эту тематику, как, кроме как Кузбасс. Ну, все прекрасно понимают, что основное экономическое развитие Кузбасса все прежде всего традиционно связывают с угольной отраслью. Сейчас здесь происходит масса всяких бурных событий. Вы знаете, что люди протестуют против расширения угольных производств, против захвата земли под разрезы, и это вызывает дикое раздражение властей. Я думаю, все хорошо знают про Тулеева, про Морозков, как он назвал тех людей, которые борются за свою благоприятную окружающую среду. Вы знаете, я с ними, со всеми, и с Тулеевыми, со многими кузбасскими чиновниками, и с олигархами, которые двигают эти угольные проекты, я уже много лет попадаюсь на все эти темы. Я хотел здесь просто показать вам несколько слайдов, которые переворачивают на 180 градусов вот эту благостную картинку, где они рассказывают, что уголь — это там классные рабочие места, что если, соответственно, мы не будем уничтожать природу ради шахты разрезов, то нам нечего будет есть. А, к сожалению, жизнь и реальность, она немножко иная, чем рисуют себе Тулеев и вот эти все представители такого консервативного крыла в энергетической политике. Лучше всего, я так не заострил название вот этой презентации, но мне кажется, это не сильно далеко от реальности, потому что вот те тренды, которые я вам сейчас покажу, и это ничего нового, они такие довольно известные, они, в общем, говорят о том, что Кузбассу надо серьезно задумываться о том, как будет он жить дальше после угля, потому что угольная эра стремительно уходит в прошлое, и буквально не далее, как вот на рубеже там ближайших 10-15 лет, придется задуматься о том, как здесь строить какую-то другую экономику, потому что на угле уже так зарабатывать и развиваться, как это было там в последние годы, не удастся. Давайте просто посмотрим. Вот для начала первая картинка, которую я хотел вам показать, это такая достаточно понятная вещь. Вы видите, что максимум мирового спроса на уголь, он был пройден в последние годы, в частности, на самом деле, очень конкретно в 2013 году. Связано это вот со следующей картинкой, с динамикой потребления угля в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем. Больше 50% угля, потребляемого в мире, это Китай. И Китай, очевидно, прошел свой пик потребления угля, потому что в условиях бурного экономического развития нулевых оно довольно резко выросло вот, до рекордных значений. Но сейчас довольно очевидно, что китайские власти переходят на политику замещения угля другими источниками энергии, и природным газом, и альтернативной энергетикой, которые растут гораздо быстрее. Вот давайте перевернем еще на следующую картинку. Собственно говоря, да, вот это вот китайский спрос, а на следующем слайде, что у нас там на следующем слайде, это прогноз, один из прогнозов, их много, да, это просто один из самых авторитетных источников, это прогноз Международного энергетического агентства, который говорит о том, что вы видите, как по энергетическим меркам это такой тектонический сдвиг, вы знаете, что энергетика очень инертная отрасль, там все медленно происходит, но посмотрите, как растут, например, природный газ и возобновляемые источники энергии, а уголь — это единственное на этой картинке, где спрос в ближайшие 15 лет будет довольно заметно снижаться. И давайте пронесем дальше. Собственно говоря, ну это просто вот одна из констатаций, но констатация очень важная. То есть в мире среди энергетических экспертов сформировался такой консенсус, что Китай в 2013 году прошел пик потребления угля, и больше оно расти не будет. Сейчас мы особенно поговорим о том, почему это важно для России. Давайте пронесем дальше.
Дело в том, что вообще, вот, чтобы вы понимали, если кто из вас не следил за этим сюжетом, как работает мировой угольный рынок. На самом деле он очень маленький относительно объема потребления. То есть общий объем мировой торговли углем и экспортно-импортных операций – это всего 16% от мирового спроса. Почему? Потому что все страны добывают уголь сами. То есть это не нефть, когда есть там Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла, а все, значит, ходят с протянутой рукой и типа дайте нам немножко ваших баррелей, потому что у нас самих ничего нет. Нет, с углем совершенно другая ситуация. Его добывают все страны. И на самом деле мировой рынок — это рынок излишков. Вот кому-то что-то не хватает чуть-чуть, но они, соответственно, докупают у других стран. И это здесь вот видно на картинке по поводу Китая. То есть вот синенький столбик на этом графике — это их собственная добыча. И вы видите, что она довольно бурно росла, при том, что то, что она снижалась в последнее время, в основном было связано с тем, что китайские власти сами пытались ее ограничивать, в том числе и по экологическим причинам. Но вот разница, вот эта дырочка между собственной добычей и собственным потреблением, она была не очень большая. То есть вот эта ниша для того, чтобы разные страны могли в Китай экспортировать уголь и на этом зарабатывать, в том числе и Россия, очень активно на этом зарабатывает, и мы сейчас об этом поговорим. Давайте перенесем еще дальше на следующую картинку. Это еще один прогноз по поводу спроса на уголь в ближайшие. Это уже вот мы показывали слайд про китайскую динамику, а это уже мировая динамика, и вы видите, что уголь здесь находится в самых худших позициях по отношению к основным другим источникам энергии, нефти, газу и возобновляемым. Листаем дальше. Ну, давайте про Россию поговорим. Вся вот эта угольная вакханалия, которая разворачивалась в последние годы в угледобывающих регионах, и в частности вот здесь, типа давай там больше выдадим на гора, вот вы должны понимать, что она на самом деле была прежде всего рассчитана на экспортный рынок. На экспортный рынок вот Россия занимает сейчас третье место среди всех стран мира по поставкам угля на мировой рынок. И на самом деле наш экспорт — это больше половины того, что мы производим. Уголь, вот вы должны понимать, что уголь, вот все эти проекты строительства новых разрезов, все это увеличение объемов добычи, о котором сейчас говорят там Тулеев и другие кубанские чиновники, все это в принципе ориентировано на экспортный рынок. Сейчас мы еще поговорим о том, что просто внутреннего спроса на это нет, но это вот следующий сюжет. Пока что давайте остановимся на том, что все наши там громадье планов по развитию угледобычи связаны с экспортным рынком, но мы только что увидели, какие у экспортного рынка плохие перспективы. Здесь не видно последнюю фразу на слайде, что обвал мирового спроса на уголь создаст для России большие проблемы. Ну, можно чуть подвинуть, но в принципе как бы это и так понятно, да? Лишит нас рынка сбыта. Но вот все те тренды, которые я показал вам перед этим, они говорят, что вот эта ниша последних 10-15 лет, когда бурно рос спрос на уголь, прежде всего в Китае, Китаю чуть-чуть не хватало собственной добычи, и он активно докупал на международном рынке, во многом в России, вся эта ниша так или иначе закрывается. При этом для нас мировой рынок играет ключевую роль, и куда эти девать все объемы, если Китай перестанет у нас в таких масштабах покупать, а он очевидно перестанет, я думаю, вы уже видели. В общем, не очень понятно. Давайте перелистнем на следующую картинку. Окей, нет мирового рынка, но вот я помню 15 лет назад, когда в правительстве работал над проектом энергетической стратегии, вот эти все и Тулеев, там, и Шатиров, и Света Орлова, которая была еще тогда не во Владимирской области, а от Кемерово в Совете Федерации, они все бегали и требовали туда в энергетическую стратегию какие-то бешеные объемы добычи и потребления угля запихать. Но реальность вот она другая. Это объективная картинка потребления угля в Российской Федерации. Ну, вы все видите. Я думаю, здесь каких-то комментариев не нужно. Почему? Да по объективным просто даже причинам. Вот давайте сейчас даже не будем говорить об экологии. Я думаю, это очень понятные сюжеты. Сейчас Владимир Свиряк, я надеюсь, меня дополнит и все это прокомментирует.
Но даже если вы говорите о ценовой ситуации, здесь история очень простая. Вот угольная электростанция, в отличие от газа, газовая что, труба подведена, там топливо подачи, все там, газ подается в турбины и вперед. Здесь нужно огромное количество земли под склады, огромное количество земли под золоотвал. С этим всем хозяйством нужно что-то делать. Вот у нас было прошлой зимой, я думаю, вы, до вас тоже докатились эти отголоски, были очень бурные протесты против повышения коммунальных тарифов на 15% в Новосибирске. И я помог, мы с коллегами помогли ребятам там проанализировать, а что компания Сибэко, собственно, приводит в качестве обоснования для необходимости повышения тарифов. Они там лепетали свою традиционную вот эту всю чушь там про там, то, что у них износ труб и так далее. Мы посмотрели их инвестпрограмму и увидели, что значительная ее часть как раз связана с модернизацией вот этого всего угольного хозяйства, системы углеподачи, там, золоотвалов и так далее. И это все огромные деньги, которых это хозяйство требует. Ну просто никто не будет это строить. Ну, у любого нормального человека, да, вот, ну, я даже не привожу разницу по капитальной стоимости, но если хотите, ну вот средние цифры, там, киловатт новой мощности на природном газе, это там 700-800 долларов. Угольные это 1500 минимум, если не 2 и не больше. Да. Опять же, куча земли, в 2 раза выше инвестиционные затраты. Ну, кому в принципе придет в таких условиях нормальному человеку идея строить угольную электростанцию, не говоря уже о том, что... Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Не говоря уже о том, что попробуйте вот объявить, что вы будете строить новую угольную ТЭЦ, как на это отреагирует население, то есть ее надо безвинно вместе строить, чтобы не было никаких протестов и так далее. Вот ровно по этим причинам все это происходит. Вы видите, что тренд очевидный, потребление снижается. Давайте перелистнем следующую картинку. Здесь есть, надо понимать вот что. Вот если мы посмотрим на ситуацию, которая у нас есть на рынке электроэнергии, то она довольно простая. Там сложился колоссальный избыток мощности, по разным оценкам от 20 до 50 гигаватт. Мы, потребители, всю эту мощность оплачиваем, но, честно говоря, это вряд ли будет продолжаться долго. Здрасте. Присаживайтесь. Очевидно, уже ходят на рынке электроэнергии разговоры, что как ни тяжело, как ни проблемно, но придется избыточной мощности из эксплуатации выводить и выводить их с рынка. Вот угадайте с 3 раз, или даже с 2, или присможно с 1 раза. Какие мощности будут выводиться в первую очередь? Вот здесь, собственно, цитата из... Была статья в «Коммерсанте», вот вы можете ее просто найти. Наберите прямо сейчас в гугле, если хотите. Для угля наступают черные дни. Да. Это в текущем году был опубликован доклад Российского энергетического агентства, который является подразделением «Минэнерго», который, в общем, говорит о том, что угольная генерация просто не конкурентоспособна ни по каким параметрам. И очевидно, если ее будут выводить, то выводить, если будут мощности выводить с рынка, то, ну, конечно, угольные станции будут выводить в первую очередь, а уж совершенно точно строить новых никто не будет. Я еще раз повторяю, это не какие-то там ужасные отморозки и агенты Госдепа все это пишут. Это пишет официальное правительственное ведомство. Подразделение Минэнерго, Российское энергетическое агентство, просто в качестве такой холодной констатации происходящего. И давайте вот следующую картинку. Оплотом пока что спроса на уголь остаются восточные регионы, Восточной Сибири, Дальний Восток, где, в общем, газа нет, либо он только начинает приходить, и еще дороговато пока. Да? Но просто вот еще раз, возьмите любую область, любой край, любую республику, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, просто гуглите ее название и слово газификация. И вам выдаст куча вот таких заголовков, где вы будете видеть, что есть уже очень конкретные планы по проведению природного газа с новых месторождений, которые Газпром и Роснефть довольно агрессивно хотят осваивать. Естественно, они хотят рынка сбыта под это дело. Да. Это имеет массу преимуществ, в том числе чисто экономических преимуществ. Газификация, очевидно, выгоднее. И вы знаете, что есть в том числе в Западной Сибири, например, от регионов, которые в последние годы
с угля на газ переходил, они, очевидно, только выиграли. Этот процесс будет идти, есть уже довольно конкретные планы, довольно конкретные сроки. Как всегда у нас бывает, они там могут сдвинуться, но вот это вот колесо истории уже в другую сторону вряд ли удастся развернуть. Давайте перевернем на следующий слайд, вот просто кратко, чтобы суммировать все это. Я с диким недоумением смотрю на вот эти все потуги и усилия там угольных олигархов, кузбасских чиновников, вот Тулеев сейчас там после долгого отсутствия вдруг вылез опять на экран, там лучше было этого не делать, да? Которые нам рассказывают, что надо вот прям давать стране больше угля, и на него будет какой-то спрос. Ребята, о чем вы говорите? Какой спрос на уголь? Где он? Ну вот это просто, я не знаю, я сделал очень короткую там презентацию на десяток слайдов с самыми банальными графиками, цифрами и фактами, которые говорят о том, что в России потребление угля сокращается, будет дальше сокращаться то, что угольную генерацию будут выводить, и даже восточные регионы страны с большой долей потребления угля будут ускоренно газифицировать. Основной наш рынок сегодня это мировой, который будет сжиматься и схлопываться, потому что по объективным причинам наступил мировой тренд, и спрос на уголь будет только сокращаться теперь, прежде всего в основном потребители Китая, которые очень много покупал угля из России. Вот у меня простой вопрос. Вот вы вот сейчас продолжаете вот этот варварский захват, это я не вам говорю, естественно, а вот тем ребятам, которые нас всех называют морозками, да, вот я хочу их спросить, вот вы сейчас поддерживаете этот варварский захват земель под разрезы, абсолютно хищническую экспансию угледобычи, а на что, на какой рынок это будет все рассчитано? Ну, очевидно же, что рынка нет. Я бы очень хотел от них услышать ответы на вопросы. Но они в диалог с нами не хотят вступать. Хотя я там пользуюсь случаем, пожалуйста, я готов с любым официальным чиновником там, Кемеровской областной администрации, там, федерального правительства, которое занимается этой тематикой, открыто подискутировать на эту тему. Но я хочу, чтобы вы знали. Я вот приехал специально с целью поговорить вот именно об этом. Я хочу, чтобы вы знали объективную картину. Когда вам будут рассказывать, что есть какой-то огромный спрос, ниша потребления угля, для чего надо эту добычу увеличивать здесь, для чего надо опять разрушать окружающую среду, там наносить ущерб интересам людей, это все вранье. Никакого спроса на это не будет. Я думаю, что картинка здесь достаточно очевидная. Буду рад ответить на вопросы и подискутировать, но я уж просил бы сейчас выступить коллегу, который приехал со мной вместе сегодня в Кемерово, Владимир Слевяк, сопредседатель группы «Экозащита», который тоже очень много занимался угольной проблематикой и в Кузбассе бывал. Володь, просьба вот с твоей стороны посмотреть на это все, и у Володи тоже есть презентация, если можно. Добрый день, меня зовут Владимир Слевяк, я работаю в экологической организации «Экозащита», это одна из самых старых экологических организаций в России. Мы возникли еще в 1989 году, то есть формально это был все еще Советский Союз. И я один из тех людей, которые в экозащите занимаются угольными проблемами. И здесь также Антон Лементуев из Новокузнецка, наш координатор. Всячески советую его вам, как человек, который очень много занимается угольными проблемами здесь и держит связь с различными местами, где происходят протесты сейчас против новых разрезов. Вот по этим всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Антону. Я чуть-чуть о другом хотел бы сказать. Собственно говоря, это в какой-то степени дополнение к тому, что Володя раньше говорил. Можно промотать, давайте вот картинку сначала покажем. Да. Я не знаю, многие ли у вас отдают себе в этом отчет, да, но вот уголь, конечно, есть не только в Кузбассе. Если мы посмотрим на карту различных месторождений, мы увидим, что это разные регионы, вообще всего 25 регионов, но ключевая особенность Кузбасса состоит в том, что здесь больше 60%. То есть основная часть российского угля, и прежде всего та часть угля, которая идет на экспорт, она идет отсюда, а не откуда-то еще. Да? То есть именно здесь экономика, компании, рабочие места очень сильно зависят от того, что будет с экспортом. Да? Можно вот теперь дальше.
несколько. Давайте дальше. Мы все пропустим, пропустим. Дальше вот, вот мы про это говорим. Я не знаю, многие ли из вас слышали такое словосочетание, как Парижское соглашение. Ну, я думаю, кто-то слышал, кто-то нет. Но в ООН есть конвенция по изменению климата. Ее ратифицировало очень большое количество стран, ну, то есть почти все страны мира. И сегодня всеми странами мира признано, что изменение климата, которое очень быстро происходит на планете, происходит из-за того, что люди сжигают огромное количество ископаемого топлива, получают спутниковые газы, планета нагревается. То есть если мы посмотрим на погодные наблюдения и среднюю температуру посмотрим на планете, мы увидим, что год за годом она растет. Да, и это вызывает массу самых разных негативных явлений. Те страны, а это почти все страны мира, кто присоединился к конвенции по изменению климата, подписали в 2015 году Парижское соглашение. Парижское соглашение – это документ, который говорит о том, что подписавшиеся страны хотели бы ограничить глобальное потепление на планете в пределах 2 градусов, а лучше 1,5 градусов, для того, чтобы избежать самых плохих, тяжелых, катастрофических изменений климата. Из всего ископаемого, ну, естественно, речь идет о том, чтобы уменьшать, и желательно когда-то вообще до нуля уменьшить потребление ископаемого топлива, но понятно, что нужен какой-то план для того, чтобы работать с темой ископаемого топлива вот в этих рамках. И план, и, конечно, очевидно, начинается прежде всего с угля. То есть в самом Парижском соглашении нет ни слова об угле, о нефти, о газе и вообще о чем-то, что будет конкретно делаться. Эти все правила, они только сейчас начинают разрабатываться, там, в следующем или через 2 года они для Парижского соглашения будут приниматься. Но я не знаю, многие ли вас за этим следили, но здесь угольные компании, некоторые главы регионов Сибири активно заявляли после подписания Парижского соглашения, что это там смерть для угольной индустрии, если мы это ратифицируем, и там много чего еще, много всяких глупостей. На самом деле ситуация такова, что движение против угля в разных странах мира началось не с Парижского соглашения и не потому, что Парижское соглашение было подписано. Скорее наоборот, Парижское соглашение было в нынешнем виде подписано, и оно действительно направлено против угля, просто это напрямую не сказано, но по сути получается, что оно направлено на сокращение потребления угля в мире. Так вот, Парижское соглашение было подписано в тот момент, когда многие страны уже провозгласили свои цели по сокращению потребления угля. Володь говорил много про Китай, и Китай действительно это одно из определяющих стран для нашего экспорта, вообще для всей ситуации в мире. Но надо сказать, что, по крайней мере, до недавнего времени самым главным и таким основным рынком, на который очень хотели угольные компании попасть, это была все-таки Европа. Китай, безусловно, тоже, но если там посмотреть на желания угольных компаний, они скорее, если у них была возможность, стремились в Европе что-то продавать, чем в Азии. Вот. На самом деле они продавали все, что могли, где только могли. Если мы посмотрим, что происходит в последние годы, особенно в последние 3 года, то есть 3 года это до того, как Парижское соглашение было подписано, мы увидим, что уже в 2014 году начали происходить такие очень серьезные события, прежде всего в Китае, когда впервые в истории компании, добывающие уголь в Китае, начали терпеть убытки. Такого никогда не было. Да, вот, это к тому, что было уже сказано о том, что, видимо, там пройден пик в 2013 году и теперь будет только снижаться. Можно следующий? Интересные очень вещи происходят в Европе, и они тоже начались задолго до подписания Парижского соглашения. Мы видим, что ряд основных стран, которые определяют европейскую политику, это прежде всего Германия и Великобритания, уже имеют планы, в рамках которых говорится, вот к такому-то году мы прекратим использовать уголь вообще.
Интересно, что вот что касается Великобритании, которая когда-то была вообще ну, шахтерской, по сути, страной, где огромное количество угля добывалось, от которого в большой степени зависела экономика британская. Что там сегодня происходит? Там сегодня принята политика, в рамках которой к 2025 году потребление угля будет ноль. В балансе не останется угля. 2025 год это близко. Да? Сегодня практически нет добычи в Великобритании своей. Самый большой источник угля для Великобритании сегодня это Россия. И это Курпас. Да? Больше 30% угля, который сегодня сжигается на их станциях, это уголь, который идет отсюда. Да? Можно себе представить, что вот Володя сказал про 10-15 лет, но в случае с Великобританией это не 10-15 лет, это 8 лет. Когда, например, вот этот рынок, скорее всего, уйдет. Мы видим, что Германия, интересный очень пример, несмотря на то, что у них действует закон об отказе от атомной энергии, они выводят все свои атомные реакторы из эксплуатации до 2022 года, соответственно, они теряют эту часть генерации, и они ее восполняют сейчас возобновляемыми источниками энергии. Интересно, что они взяли на себя еще большие обязательства, и на климатических переговорах в ООН они об этом говорят, соответствующие решения приняты, они говорят о том, что они тоже отказываются от угля, и у них тоже есть постепенный план. Он не до 25 года, он подольше, но тем не менее этот план есть. В Европе на самом деле огромное движение против угля есть на всех уровнях, и на политическом уровне, и на общественном уровне. Там происходят очень красивые массовые акции экологических организаций, когда там сотни тысяч человек приходят блокировать разрезы, там просто заходят туда и стоят там на день, допустим, блокируют работу всего разреза. То есть вот, и это происходит там буквально каждый месяц сейчас в разных странах. И, естественно, и когда есть такое низовое мощное движение, политики, индустрия не могут на это не реагировать. Да? Вот. И интересный очень пример, что Союз Европейской Электроэнергетических Компаний, который объединяет 3500 компаний, которые генерируют энергию, сегодня, например, объявил, что вот все эти компании обязуются после 2020 года не инвестировать в уголь совсем. Больше, да? А в 2050 году все эти компании обязались свести долю угля у себя до нуля. Да? Можно следующий? Только что прошла аналогичная конференция вот, в ноябре. Вот такая же, как была в Париже в конце 2015 года, когда там подписали Парижские соглашения. Похожая конференция, ну, очередная, прошла в ноябре только что в Бонне в Германии, где тоже все эти вопросы обсуждались. Там была вот такая инициатива объявлена. Да? 25 стран и штатов, то есть стран и регионов, скажем так, заявили о том, что в ближайшей, по сути, перспективе до 30-го года они отказываются от угля. Там на сегодня есть ну, 5 стран, остальные это все регионы, но это только начало. Это объединение, вот это Power Power Alliance, оно будет расти, к нему будут, безусловно, присоединяться новые страны. И даже здесь не все страны состоят на данный момент, кто обязался уже, у кого есть уже государственное решение отказываться от угля в такой перспективе. Да? Там, например, здесь нет Германии, здесь нет Голландии, здесь нет Италии. Это все страны, которые в этом году или в прошлом году заявили о том, что они отказываются от угля. Там вопрос в том, 25-й, 30-й, у кого-то иногда там. 40-й, как в Германии. Но, тем не менее, планы есть, и это, наверное, лучшая иллюстрация того, что дело здесь, ну, не только в объективных экономических таких показателях, о которых говорил Володь Милов, еще очень мощное, конечно, климатическое движение в мире на самом высоком уровне, и оно возникло не вчера, оно возникло не в 15-м году в Париже, оно возникло задолго до этого. И сегодня мы видим ситуацию таким образом, что просто, ну, по сути, с этого пути мир уже не свернет. Потому что очень хороший пример, кстати, Соединенные Штаты Америки, где довольно большое количество штатов и отдельных городов, то есть их
на этом уровне местных властей заявили тоже планы по декарбонизации, да, по отказу от ископаемого топлива в какой-то перспективе. Поэтому, когда Трамп сказал, мы выходим из Парижского соглашения, там, уголь и все остальное, это у людей знающих вызвало некоторого рода улыбки, да, потому что есть Трамп, а есть довольно самостоятельные штаты и крупные города, у которых огромные бюджеты собственные, которые в силах свою собственную политику провозглашать. И фактически ситуация зависит не столько от Трампа, сколько от различных властей на уровне штатов и больших мегаполисов. Да, и вот на этом уровне совершенно противоположная тенденция по сравнению с администрацией США. И там тоже есть большое количество штатов и городов, которые уже там, у них уже есть биржи по выбросам парниковых газов, у них уже есть план по декарбонизации. И никакой Трамп просто не может это изменить. Это там, одно из свойств американской демократии, она так устроена. А что там, по-моему... Ну, да, вот я тоже... прогноз Международного энергетического агентства взял, Володь тоже оттуда были цифры. Надо заметить, что Международное энергетическое агентство — это крайне экологически недружественное агентство. Да? А те цифры, которые они приводят, это, наверное, самые консервативные цифры, которые только бывают, да, по развитию. Вот они делают эти сценарии. По их данным, вот самое интересное, на мой взгляд, это данные о том, как будет снижаться уголь. Сегодня они говорят, что, вернее, не сегодня, в 2012 году было 40% электроэнергии во всем мире за счет угля. К 40-му году они дают прогноз 28%, но эта цифра, она не учитывает те политические решения, которые приняты, в частности, в этом году точно. Да, это цифры, которые в лучшем случае учитывают ситуацию где-то на начало прошлого года. Да, с начала прошлого года произошло очень много событий, которые указывают на то, что к 40-му году это будет не 28, а это может быть 18 или 15. Да? Вместе с этим, да, нужно, наверное, понимать, что нельзя сказать, что ситуация такова, что, я не знаю, через 5 лет все перестают жечь уголь и все накрывается медным тазом. Она не такая, объективно. Да? Но то, что будет очень резкое снижение потребления угля, и это произойдет в пределах ближайшего десятилетия, и дальше эта ситуация будет только усугубляться для угольной промышленности, на это указывают все индикаторы, которые тут существуют, это просто возможно, они все на это указывают. Да? И там 28% это точно в 40-м году не будет, вот это будет существенно меньше. И самое главное, вот то, с чего я начал свое выступление, на мой взгляд, здесь, и то, что нас, как организацию экологическую, очень сильно и больше всего волнует, это не отказ от угля, потому что отказ угля, он происходит. Это уже происходит, это объективная реальность, это никуда не денется, и это невозможно повернуть вспять ни усилиями Тулеева, ни даже усилиями Путина. Да, это большая очень вещь, это уже происходит. Очень важный момент, на наш взгляд, и я надеюсь, Антон добавит к этому тезису что-то, что будет здесь с теми людьми, которые с тем большим очень количеством людей, которые сегодня зависимы от угольных компаний. Да? Особенно от тех компаний, которые мелкие. Да? Вот не от самых крупных, а понятно, что самые крупные крупнопоследники. Да? Но вот что будет с этими людьми? Потому что если мы уверены в том, что там 5-10 лет, да, может быть немножко дольше, но скорее всего нет, скорее всего это меньше 10. Да, это период, за который мы абсолютно точно как страна почувствуем резкое снижение интереса к углю, и соответственно, если мы не переориентируемся, то у нас будут большие проблемы экономические. Как это, и, наверное, очевидно, как это отразится, да, на людях, которые сегодня участвуют в этом, которые сегодня зарабатывают какие-то деньги на этом. Я имею в виду, естественно, не олигархов, обычных людей, которые там работают. А вот
мне кажется, что вот это вот очень, очень важная вещь, о которой сейчас нужно говорить. Может быть, еще не поздно начать что-то делать, начать менять что-то. И я здесь вот могу присоединиться к тому, что Володь Милов раньше говорил о том, что, безусловно, нужны очень серьезные усилия на уровне местной администрации, здесь на уровне местного правительства. Надо начинать об этом думать, надо начинать готовиться. Да, а не закрывать глаза и кричать, надо больше угля, надо больше угля. Там, да? А потом еще бегать возле Путина и говорить, а сделайте, пожалуйста, так, чтобы кто-то у нас покупал этот уголь, потому что уголь у нас есть, а продать мы его не можем. Там, да? Как вот было там, сколько, 4 года назад, когда Путин смотрел. Да, вот была ровно такая ситуация. Да? А, вот примерно вот это я хотел рассказать вкратце. Я еще хочу сказать, что я привез несколько наших докладов, вот таких вот цена угля. Их не очень много, но можно скачать на нашем сайте, их защиту, вот есть контакт. А цена угля — это про Кузбасс, про экологические, и не только экологические, но в основном экологические последствия, ну, скажем так, века добычи угля, да, который прошел, как бы с чем сейчас регион живет. И еще одна публикация «Угольный атлас», у меня, к сожалению, только один, но его тоже можно скачать легко на нашем сайте. Это очень хорошее исследование, там цифры и факты по углю из разных стран мира, описаны разные ситуации, вот, где что происходит, как бы, да, на разных континентах, разных странах. Кому интересен уголь, разбираться в этом все, пожалуйста, берите. А давай Антона попросим высказаться, да. Пока он идет сюда, представь его вкратце. Да. Хотел бы вам представить Антона Лебедева из нашей организации «Защита» из Новокузнецка, которая занимается изучением проблем экологических, прежде всего связанных с добычей угля. Антон по профессии горный инженер. По образованию горный инженер, да, и, собственно говоря, раньше собирался добывать уголь, перешел на нашу сторону, так что человек очень квалифицированный, и он вкратце адресует ситуацию с последствиями добычи угля здесь в регионе, что происходит, что к чему приводит и так далее. Да, я хочу извиниться за внешний вид, я просто утром снимал видео про уголь и сразу включался туда же на бизнесе. Всем добрый день. Вы знаете, да, что у нас в Кузбассе, все в этом прекрасно помнят, что мы все сидим на уровне инженерии. Я хотел дополнить слова Владимира о том, что у нас много людей, которые зависят, и значит, это. У меня много родственников, друзей, так или иначе связанных с этими отраслями. Они либо работают непосредственно там, добывая этот уголь, либо еще больше людей занимаются тем, что обслуживают эту угольную отрасль, ремонтируют, они там поставляют топливо. И все остальное. Так что достаточно сложно сказать, сколько людей в этом заняты, но совершенно с уверенностью можно сказать, что как минимум 1 000 000 человек в этой области, в нашей Кемеровской области, полностью зависит от того, сколько этого угля продадут там, за границу или пространство. То есть ситуация очень сложная. В основном в Кузбассе, вот, если взять площадь, где расположены углеразрезы, то это они сосредоточены у нас на юге. Самое большое такое, такое пятно, да, наверное, такой участок, когда идет разрез за разрезом, это начиная от Новокузнецка и заканчивая Белово. Этот вот такой участок растянулся на 100 километров, и между этими разрезами ютятся города. 1 000 000 человек живет на этой территории, и он живет вокруг этих разрезов. В прошлом году 135 миллионов тонн угля было добыто открытым способом. А здесь есть те, кто не знает, что такое добыча угля открытым способом? Все знают, да? Что такое разрез? Это вот разрез Бочатский, затянутый пулью. Вот если грубо посчитать площадь нарушенных земель сейчас, то это порядка 2000 квадратных километров. Я вот нарисовал с помощью Google-карты. Google-карта позволяет считать площадь, и можете сами цифру проверить. У нас такая ситуация сложилась за последние где-то 10-15 лет, что угольные разрезы достаточно быстро начали в поселках. Я насчитал где-то 50, вот мы дополняли 54 поселка и города. У нас сейчас ближе, чем 1000 метров от края.
это катастрофа. У нас по закону гарантированное расстояние не 1000 метров. Однако, 100 тысяч людей живут в таких условиях. Вот фотография, это фотография, это город Киселев. Это самый, наверное, пострадавший город из всех городов Кузбасса. Там живет почти 100 тысяч человек. Ну, на втором месте это город Прокопьев. Вот видите, да, это жилой район города. Здесь от края карьерной линии до жилых домов меньше 200 метров. Этот разрез возник в результате такого интересного способа, который сейчас удачно набирает обороты, когда старую шахту превращают в угольный разрез под предлогом рекультивации. Была поверхность, они говорят, у вас будет есть рекультивация, роют разрез, и люди просто начинают сказать, это шахта номер 12. Разрез называется шахта номер 12. Следующий. А с чем связано, почему это вообще проблема? Да? Ну, наверное, многие знают, те, кто живут здесь в Кузбассе, что это прежде всего пыль. И вот когда отвал, когда породу везут на отвал, либо когда этот отвал уже насыпан, когда с него дует ветер, эта пыль летит, люди не дышат, она садится на огороды, она садится на воду, люди топьют. И вот заказывали люди исследования в Киселевске, это данные 2003 года, изучали химсостав отвала участка Коксовой. Вот посмотрите цифры, да, это превышение только по металлам. Тут по меди 12,7 раза, по мышьяку 3,6. То есть это чистая трава. И эта чистая трава насыпана в кучи, и она просто разлетается во все стороны, люди этим дышат, они топнут. Это сделано в поселке Старобачатский, это отвал на заднем фоне в 400 метрах от жилых домов, его насыпали за 3 года. Этот человек говорил, что раньше они сушили ее на кухне, на улице, теперь они этого не делают. Ну понятно, что все люди этим дышат. Это кадр сделан в Киселевске, это уже брошенный отвал. Он должен быть засажен, он должен быть рекультивирован, то есть засажен деревьями, засажен кустарниками, чтобы эта пыль не разлеталась. В реальности, в Кузбассе, мы повсеместно видим, что вот эти обязательства по рекультивации, они уйдутся, несмотря на все эти громкие отчеты. Потому что даже, например, участок Коксовой, возникший посреди города Киселевска, это тоже рекультивация, но на самом деле это разрез. Вот эта фотография, то есть была когда-то ровная поверхность посреди города Киселевска, да, вот вырыли такой второй по глубине Кузбасса угольный разрез, и поначалу он подавался как рекультивация, то есть восстановление нарушенных земель, то есть это вот деревья и цветы. А это вот если вы на самолете взлетаете из Новокузнецка, то очень хорошо видно, да, вот это вот жилые дома, центральный район города Киселевска, и вот этот самый участок рекультивации. Вот здесь справа это шахта номер 12, южное поле, а вот кадр шахта номер 12, северное поле, тоже жилой район Афонина. И вот, это, вот такая вот картинка тянется больше, чем на 100 километров. Ну, это вот так живут люди в Киселевске. Еще интересный момент. Нам часто отчитываются, что было рекультивировано там столько-то гектаров, да? Столько-то в это было миллионов вложено. Но это вот сделано фотографии, кстати, в разрезке Дровски, который рядом с нами. Вот видите, да, это было раньше засажено деревьями, и эта площадь чистится как рекультивированная. И начинает насыпать отвал сверху. Это уже современная фотография. Эта картина встречается достаточно часто в Кузбассе. Это происходит в Киселевске и в Новокузнецком районе тоже. То есть понятие рекультивации, оно как-то вывернуто наизнанку, вот по моему мнению. То есть одна проблема – это отвалы и отсутствие рекультивации, и отравление людей этой рудничной пылью, которая для человека очень токсична. А есть данные в нашем докладе по заболеваемости, связанной вот… Ну, скорее, там нет прямой связки с тем, как люди болеют, что они болеют именно в этих отвалах, но мы косвенно можем судить, что раз люди болеют здесь чаще, это явно не потому, что они курят и пьют. Да, вторая проблема – у нас повсеместно сжигают уголь. Я, к сожалению, не знаю, как это выглядит в Кемерово, но у нас на юге Кузбасса, если ты заезжаешь вот в такой морозный день там, в город Новокузнецк или в Киселевск, или в Кузнецкий, то там все затянуто дымом. Особенно пригороды, это вот
повсеместно печное отопление, очень старые, очень длинные котельные, которые отапливают какие-то больницы или школы. То есть люди дышат этим смогом, постоянно черный снег. И это происходит, и нам говорят, что у нас угольный край, мы должны топить углем. Это вот аэропорт города Новокузнецка, да, представляете, люди приезжают, ну, покататься в Шереметьево, и такая картина. 21 век. Третья проблема, это одна из причин начала протестов тут у вас, одна из причин. Наверное, все слышали, да, что в этом году происходят очень большие протесты тут у вас. Это закон от 16 года, по которому позволяется при помощи некоторых действий, значит, изымать участки для муниципальных нужд. То есть угольная компания получает лицензию и ей разрешают изъять участки без согласия владельцев. Я считаю, это катастрофа, потому что первые протесты, которые из-за этого вспыхнули, это был поселок Мечерек. Там люди категорически против были того, чтобы их поля, там хорошие поля, там этих полях работает фермер, там на них растет урожай какой-то, да. И эти участки просто решили забрать под угольный разрез, который рассчитан, внимание, на 6 лет работы. То есть поля, которые можно 300-400 лет возделывать, за 6 лет будут уничтожены, и почему-то это подается как муниципальные нужды. Ну это абсурд. Это создает конфликты, и эти конфликты в результате выливаются в протест. Вот желтым обведен лицензионный участок, где это происходило, вот поселок Мечерек, а вот эти поля. То есть мало того, что они еще засыпят здесь отвалами, и люди просто будут не дышать, они еще уничтожат почву, и они уничтожат навсегда. Ни один разрез еще не превратился в пшеничное поле. А, наверное, все слышали про митинг 24 сентября в Новокузнецке. Это первый такой массовый митинг вообще за всю историю этого города, за всю историю Кузбасса. Когда пришло там, несмотря на ужасную погоду, и всего лишь на один день, который у нас был на агитацию, пришло там порядка 500 человек. Также сейчас проходят протесты в самих поселках. То есть вот на интернете висят такие плакаты. Висят они в поселке Апанас. Вот, к сожалению, сегодня не смогли приехать ребята из поселка Апанас, которые там представляют инициативную группу. Там очень дружная такая объединение людей из разных деревень. Вот они приезжают, они проводят акции. Акция была вчера в Новокузнецке. Была проведена серия пикетов с плакатами, люди стояли вдоль дорог, на которых было написано ответ Тулиева на его это заявление про отморозков и про деньги Газе, по руку Америки. Ну и также требования, чтобы прекратили наступать угольные разрезы на поселке. Есть такая интересная история, когда в 2013 году угольный разрез подошел к деревне Алексеевка, и люди в результате своих активных действий умудрились его остановить. То есть вот по сей день разрез не работает. Они выходили, вставали там на пути тяжелой техники, они вставали в зоне проведения взрыва. Нас в Кузбассе никто про это не слышал. А по нас просто остановили. Это уже в этом году случилось. Да. На самом деле Апанас, Алексеевка, Нанин — это один участок. Да. И люди там очень друг друга хорошо знают и координируют. Давайте мы до конца, если можно, доведем уже разговор об угольной отрасли, крайне важно. Я хотел поблагодарить Владимира Шевикова, Владимира Ментурина из «Беззащиты» за интересный рассказ. И те, кто опоздал на мою презентацию про экономическое будущее угля, вы это все сможете увидеть на видео, и презентация будет в интернете. Друзья, если можно, тише, хорошо. Ну, я хотел бы просто, во-первых, суммировать дискуссию вкратце. Я думаю, что те, кто слушал с самого начала, уже поняли, что никакого дополнительного спроса на новый уголь, ради которого вроде как осваиваются новые разрезы, там захватываются новые земли, не будет. Спрос на уголь в мире будет сокращаться. Спрос будет сокращаться и в России, он уже очень резко сократился за последние 10-15 лет. И нас ждет новая волна быстрого вывода угольной генерации в России, потому что она
как официально было озвучено Минэнерго в этом году, экономически неконкурентоспособна, она будет уходить с рынка. И вы видите, мы показывали все эти масштабные заголовки про то, что восточные регионы страны, которые в основном являются потребителями угля, там разрабатываются и принимаются масштабные планы газификации. Я думаю, что всем примерно понятно, куда все это дело двинется. Поэтому здесь вопрос простой. Вот те, кто вам рассказывает, что будущее Кузбасса якобы связано с наращиванием производства угля там до бесконечности, эти люди не просто врут вам, но они ведут регион на самом деле, я не побоюсь этого слова, к экономической катастрофе. Потому что если ставка в развитии Кузбасса будет продолжаться только на угольную промышленность, то мы показали вам перспективу 10-15 лет. Кончится это все только одним, что этот уголь будет не востребован. Руководство Кузбасса, я уж не знаю, кто регион будет возглавлять на тот момент, но оно будет вынуждено идти в федеральный центр и клянчить с протянутой рукой всяческие субсидии, требовать заставить этот уголь покупать, требовать дотации из федерального бюджета за счет денег налогоплательщиков, требовать как-то оказать социальную помощь людям, которые страдают из-за резкого и объективного и давно понятного падения спроса на уголь. Нужно перестраивать вообще всю логику и философию экономического развития Кузбасса. Видно, что ставка на уголь в перспективе уже не оправдана и не сможет принести экономического развития региона. А что касается другой стратегии развития, то вот мы ее не видим. И более того, в ситуации, когда у региона такая неблагополучная экологическая репутация, но никто не поедет сюда работать. Вы понимаете, вот говорят, там, давайте развивать производство. Производство – это инвесторы. Инвесторы, они же должны сюда вести персонал, они должны вести менеджеров, они должны вести сюда специалистов. Те должны вести сюда свои семьи. Ну, кто сюда кого повезет? Вот просто представьте себе, да? Вот, в этой ситуации вопрос даже не только в том, что надо уже сегодня осознать, что у угольной промышленности нет особого будущего, и нужно думать о том, как развивать что-то другое, если мы хотим, чтобы Кузбасс развивался и процветал. Но здесь надо говорить о серьезной программе. Вот Антон часто употреблял слово «рекультивация» применительно конкретным шахтам и разрезам. Мне кажется, вопрос стоит более глобально о рекультивации всего региона в целом, которому мы несем очень тяжелый экологический ущерб вот этой всей длительной эксплуатации угольных ресурсов. И это фактор, который очень сильно снижает конкурентоспособность и ухудшает репутацию региона для инвесторов в будущем. С этим надо что-то делать, Кузбасс надо очищать. К сожалению, вы видите, что действующие власти, они этого не могут делать, не хотят делать. В ответ на это свое бессилие, собственно, они могут только обзываться отморозками на тех, кто объективно ставит серьезные проблемы, да? Но мы здесь как раз собрались поговорить с вами, здесь говорят правду, да? Мы собрались обсудить с вами реальное положение дел, и я надеюсь, что вы будете активнее ставить перед руководством и жителями, и общественностью в регионе вот эти вопросы, что нужна какая-то новая стратегия развития, потому что ставка на уголь больше не работает. Давайте на несколько вопросов мы ответим, если есть. Поднимайте руки, и мы все с коллегами будем рады ответить. Да, пожалуйста. Ну, сразу и вопрос возникает, а вот такая новая стратегия у кого-нибудь есть? Мы готовы. У каких-нибудь сил, у оппозиционных сил, у партий, у специалистов, экспертов. Мы готовы ее предложить. Я, если вы знаете, являюсь ключевым экономическим советником компании Алексея Навального. Я веду еженедельную программу об экономике на его канале. И мы очень много как раз говорили там о том, как развивать в России высокотехнологичные производства, как производить там самолеты и приборы вместо просто выкачки природных ресурсов из земли. Мы абсолютно готовы, и я надеюсь, что коллеги из штаба Навального здесь присоединятся и развернуть эту стратегию в региональном разрезе. Но я думаю, что если вы видели наши передачи, и обязательно посмотрите более детальную версию экономической программы Навального, которая будет опубликована 13 декабря. И мы ее буквально на следующий день в эфире моей программы обсудим. Там будет отдельный большой блок
структуру развития высокотехнологичной экономики, высококвалифицированных рабочих мест. Это абсолютно стратегия, подходящая для Кузбасса, потому что здесь на самом деле квалифицированная рабочая сила, образованная, которая может быть востребована в высокотехнологичных производствах. Вот эти производства надо сюда затаскивать, а вредные предприятия по простой элементарной добыче природных ресурсов из земли для того, чтобы дешево продать их в Китай. Ну, еще раз, это стратегия, которая, очевидно, не работает. Поэтому мы уже предлагаем в целом стратегию экономического развития страны и регионов, связанную с высокотехнологичной экономикой. Будем рады развернуть ее конкретно в сторону Кузбасса и написать эту программу. Но я думаю, что компания Навального – это единственная на сегодня, которая серьезно говорит о том, как построить в России другую экономику, экономику с высокооплачиваемыми рабочими местами, с высокой добавленной стоимостью. И мы много конкретного говорим, пишем и предлагаем для того, чтобы это сделать. Еще вопросы? Да. Беру потом. Процент банковской денежной наценки, если что иное, как отчуждение труда, выражено в денежных рублях. Я извиняюсь, если можно, про угол. Простите, вот этот вопрос такая. Если всех и каждого, то у меня сейчас буквально через несколько минут начнется большая встреча. Я буду готов к ответить на более широкий круг вопросов, но мы предметно сейчас проводим семинар про Uber, поэтому давайте подождем. Владимир, можно вопрос, да? Да, сейчас попозже. Сначала. Я тоже не про Uber. А, если не про Uber, то. Да, про Uber можно, да? Да, да, да. Скажите, а вот все вот эти люди, когда закроются разрезы, шахты, начнется экологический рай. А куда вот все эти люди деваться? Вот у них была занятость, у них была какая-никакая зарплата. Вот куда им помочь? Вот этим семьям, вот этим нет специалистов. Вот именно в области там добычи угля. Они ничего другого не умеют делать. Вот куда им деваться? Это вот, отличный вот, вопрос. Как вы закроете все эти шахты? Куда это, нет, я их не закрою. Я их не закрою. Их закроет мировой рынок. Просто по объективным причинам, потому что процесс идет в эту сторону. Вы, видимо, опоздали. Я здесь рассказывал такую большую презентацию о том, куда движется мировой рынок угля. Мировой рынок угля движется к закрытию, грубо говоря. Да? Это не я делаю, это объективные процессы мировой экономики делают. Поэтому вы задаете очень хороший вопрос, правильный, куда все эти люди денутся. Сегодня и в Российской Федерации, и здесь, в Кузбассе, есть люди, которые постоянно бьют себя в грудь. И говорят, вот мы без нас, Россия рухнет, если мы уйдем. Эти люди у власти находятся. И в России, и в регионе. Без нас вообще все будет очень плохо и так далее. Но вот как раз их прямая ответственность дать сегодня ответ на этот вопрос. Они этого ответа не дают. Пожалуйста, задайте его им. Раз уж они такие крутые и взялись руководить тут всем, по 20 лет сидят и не хотят никуда уходить там и так далее, да? Отлично будет, если они вам дадут развернутый ответ на этот вопрос. Но они вам развернутый ответ на этот вопрос не дадут. А вот я вам сейчас его дам. Это как раз ровно та идея развития другой экономики, экономики высокотехнологичных производств с миллионами квалифицированных рабочих мест, куда мы обязательно поможем высвобождаемым людям трудоустроиться. Одна из наших ключевых идей – это господдержка программ переквалификации кадров, которые объективно будут теряться там по самым разным причинам. Ну вот мы, например, мы хотим сокращать невоенных силовиков, которые у нас раздуты огромное количество. Мы всем им поможем переучиться, чтобы они пошли служить в профессиональную контрактную армию, которую мы хотим создать. Да. Те, кто работает сегодня на предприятиях угольной промышленности и будут терять работу не из-за того, что мы закрываем шахты, а из-за того, что мировой рынок схлопывается объективно. Да. Просто не будет куда этот уголь сдувать. Мы к ним придем и скажем, уважаемые коллеги, вот мы развиваем новое высокотехнологичное производство, мы вам предложим переквалификацию, пожалуйста, идите вот на эти рабочие места. Но единственная вот проблема, о которой я сказал, что при той экологической репутации и той экологической обстановке, которая есть у Кузбасса, будет большая проблема затащить сюда инвесторов и создать здесь рабочие места, поэтому еще один вопрос, который надо задать вашему региональному руководству и властям. А что они делают для того, чтобы почистить регион и сделать его экологически более полученным, чем он есть сегодня? Коллеги, ну вот давайте, нам, наверное, уже угольную часть надо завершать. Если есть еще вот какие-то горячие вопросы на эту тему, то один-два я могу взять. Есть еще, кроме вас? Если нет, то давайте ваш вопрос последний, и мы делаем небольшую паузу, и потом переходим уже к моей большой встрече. Пожалуйста.
Ну, насколько я знаю, экологически восстановить регион практически невозможно уже, потому что уничтожен и воздух, и вода, и почва. А нет ли экономического смысла создать здесь производство, какие-нибудь энергетические производства по выработке электроэнергии для продажи даже за рубеж, где-то в отдельных участках области. У нас огромные территории, которые можно расселить, там же добывать уголь, там же его пускать в производство, чтобы не закрывать его полностью. Потому что экологический вопрос – это огромные деньги, которых у нас сейчас нет. Если мы хотим избавиться, то есть уголь, ну, не хотим избавиться, а у нас не будет денег от угля, у нас не будет денег вообще ни во что вкладывать. Ни в экологию, ни в развитие Кузбасса. Смотрите, я сейчас переадресую сложный вопрос, можно ли очистить Кузбасс Владимиру Соловьеву, но я вам скажу вот что. Во-первых, вот вы не спешите свой регион хоронить. Это очень неприятно. Вы знаете, я по многим регионам загаженным езжу, и это очень неприятно слышать, когда люди уже вот махнули рукой, да? Что ничего здесь делать нельзя, это всегда будет экологически грязно. Примеры рекультивации в мире, в Европе, по крайней мере, их достаточно много, и они успешно работали, это первое. А второе, что касается вот того, какие производства развивать, я простой всегда пример привожу. Вот даже из моих слайдов, вы сможете их потом посмотреть, если не видели, то видно, что следующая большая история в мире, которая потребует огромных объемов производства, это вот все, что связано с альтернативной энергетикой. От электромобилей до большого числа там, предприятий по переработке отходов в энергию, там, ветряных турбин там, и так далее. Да? Вот Россия сейчас уже может сделать ставку на то, чтобы, условно говоря, стать чемпионом мира вот на этом рынке. Мы видим, что это будет востребовано в мире, что это оборудование будет покупаться. Давайте производить его здесь. Причем это возможно делать таким путем, который не войдет в противоречие с окружающей средой. Производств, которые здесь можно развивать, много. Но я еще раз подчеркну, что я вот назвал простую причину. Когда инвесторы принимают решения, но они смотрят на целый ряд факторов, в частности, экологическая обстановка в регионе очень серьезно входит сюда, потому что высокооплачиваемые люди, которые будут работать на этих квалифицированных производствах, они, скорее всего, в такой регион не поедут. Поэтому задача почистить его, она, конечно, будет стоять остро, какие бы современные производства вы ни развивали. А Володя, я попрошу, вот, если можно, прокомментировать. Я кратко, да, тогда закончу. Ну, вы немножко неправы, когда говорите, что ничего невозможно сделать. Сделать возможно. Можно разработать проекты рекультивации, настоящие. Ну, в разных странах есть такие примеры. Например, в Германии мы были в одном месте, где сделали очень красивое озеро и, по сути, курорт там, да, на месте бывшего разреза. То есть такие случаи есть, и, ну, на самом деле, мне кажется, что если бы местные власти заботились вообще о том, чтобы здесь экологическую обстановку хоть как-то улучшать, они бы, наверное, ну, я не знаю, кого-то направили бы в разные места, чтобы посмотреть на опыт. Такой опыт есть, к сожалению. Я не слышал никогда, чтобы в Кузбассе он применял такой опыт, да, но он есть, такой опыт. Есть, например, вот в прошлом году мы с коллегами в Великобританию ездили, где тоже много раз ездили, там, да, и тоже далеко не все благополучно. Но, например, что сделали люди в одной деревне, которая находится около разреза? Они взяли кредит, они построили ветровую станцию, и они, у них есть бизнес-план. И в соответствии с этим планом они будут продавать там несколько лет энергию с этой ветровой станции, зарабатывать деньги и потом вот за счет этих денег рекультивировать по-настоящему свой разрыв. Что-то с ним делать, у них есть разные идеи, там open-air устраивать, концерты, еще что-то. То есть, кстати говоря, интересная очень ситуация, она похожая на ту, которая здесь очень часто бывает, когда компания заканчивает работать на разрезе и говорит, у меня нет денег, там, да, чтобы что-то делать, там, да, признаю его банкротом, признаю, или еще что-то происходит. И это не уникальная ситуация, такие ситуации есть и в других странах, да, с ними как-то пытаются справляться, там, где думают о состоянии окружающей среды. И это, по большому счету, вопрос политической воли. Да. Если власть хочет это делать, она может это сделать. Да, это требует денег, да, это требует времени. Но это, повторяю, это вопрос политического решения. Если мы хотим улучшать ситуацию, значит, мы
пишем планы, значит, мы ищем деньги, значит, мы привлекаем инвестиции и так далее и тому подобное. Да? Ну а если все, что мы хотим, это побыстрее продать как можно больше, пока еще вот есть несколько лет, а потом все компании вдруг окажутся банкротами, ни у кого нет ни копейки на рекультивацию и так далее, ну, да, тогда вот политическое решение такое. Да? Мы отчасти здесь и говорим о том, что речь должна идти о том, что о том, чтобы было политическое решение в первом варианте, да, когда власть начинает заботиться о той территории, которой мы верим, о здоровье людей. Потому что здоровье людей – это тоже экономика, это тоже часть экономики. Да. Чем более здоровые люди, тем больше они работают, тем больше они производят, да, помимо всего прочего. Да, поэтому здесь очень много… Ну, на самом деле во многих странах мира уже давно политики поняли, что экология – это не какой-то вопрос, который там номер 10, да, среди наших приоритетов, потому что, ну, конечно, там сначала надо деньги заработать, потом вот это, потом вот это, и потом, может быть, когда-нибудь, когда мы станем богатыми, мы будем думать об экологии. Да? Если так думать, то никогда ничего хорошего не произойдет, и все будет только ухудшаться. Да? А если же понять, что экологический вопрос – это вопрос экономический, да, что чем больше ты разрушаешь, тем больше ты потом заплатишь, как минимум, да? Это не говоря уже про здоровье, которое не потратишь и так далее. А если экология – это не экономика, значит, все плохо будет. Если экология – это экономика, значит, есть надежда на улучшение. Спасибо, друзья.